Весна. Хорошее время года. Солнышко светит, птички поют, просыпаются подснежники и не только. Как относятся улан-удэнцы к мусору, который появляется после того, как растаял снег? Сейчас мы об этом узнаем. У нас тут весна наступила. У вас чувствуется приход весны? Ну, чувствуется. Скажите, пожалуйста, вот наступает весна, тает снежок, и появляются улан-удэнские подснежники под названием... Мусор. Ну, все верно. Мусор, лужи, слякоть, вот эта грязь. Мне не нравится. Вам не... А вы обращаете вообще на это внимание? Да. А что вы с этим делаете? Смотрите вокруг, сколько много всяких бумажек, чеков. А вы знаете такое выражение «улан-удэнские подснежники»? Нет, не знаю. А ну, есть предположение, как думаете, что это? Улан-удэнские подснежники. Даже не знаю, предположить. Если подумать, хорошо. Как можно к мусору относиться? Наверное, ну, плохо, негативно. Не, ну, просто он появляется абсолютно как-то везде, и не только мусор. Все бежит, лужи.